Размеренный писк приборов вывел Мортимера из оцепенения. Он поднял усталое, покрытое бисеринками пота лицо и обратил взгляд на экран. С экрана на него смотрел дьявол. Мортимер болезненно напрягся. Тугой ком подкатил к горлу, сухие бледные губы раскрылись. Он едва не вскрикнул от ужаса, но тут же расслабился, осознав свою ошибку. Тесные помещения капитанского мостика освещали лишь ритмичные вспышки разноцветных лампочек, покрывавших собою панели и матовые бока многочисленных приборов. Мортимер провел рукой по лицу, улыбнувшись самыми уголками губ. Конечно, отнюдь не дьявольскую физиономию демонстрировал ему выпуклый монитор. Это был всего лишь небольшой астероид, медленно вращающийся на фоне космической черноты. Сходство было мимолетным. Пара клиновидных горных пиков показалась ученому короткими рогами, нависающими над покатым лбом. Понижение рельефа, затопленное густой тьмой, напомнили провалы глазниц и узких ноздрей. Была там и кривая расселена, формой напоминающая оскаленную пасть. Мортимер подумал, что в последние часы стал чересчур впечатлительным. Тем временем небесное тело на экране повернулось с другим боком, и тени на его поверхности изменили свою форму. Всяческое сходство с ликом дьявола исчезло. Наблюдая за происходящими изменениями, Мортимер облегченно вздохнул. Вскоре под потолком ярко вспыхнули шарообразные лампы, разогнавшие сонную полутьму. Потягиваясь в дверях, показалась широкоплечья фигура капитана Волгина. «Надо же!» – удивился он, падая в кресло. «Датчики фиксируют на этом булыжнике остатки органической жизни». Мортимер досадливо сжал зубы и бегло просмотрел показания компьютера. Действительно, ведь именно писк сканеров и вывел его из оцепенения. Это был сигнал, извещающий о наличии жизни. Высокая нота, режущая слух, подобно ржавой пиле. «Астероид MX-12.073». Волгин задумчиво потер подбородок, откидываясь на спинку кресла. «Открыт лет 10 назад. Толком еще не исследован. Придется тебе этим заняться, Морт». Последние слова заставили ученого напрячься, как будто его укололи сосулькой в самое сердце. «К черту, Сергей!» — он выдавил из себя улыбку. «Жизнь на подобном куске скалы существовать не может. Наверняка опять ложная тревога. Ты же знаешь, как это бывает. Несколько миллионов лет назад астероид был частью планеты, на которой существовали какие-нибудь примитивные червяки. И потому в его состав до сих пор входят ископаемые породы с останками древней органики. Право, не стоит нам время тратить на подобную ерунду». Волгин недоуменно взглянул ему в лицо. «Предлагаешь нарушить кодекс? Пункт 7.14 ясно гласит, что любые признаки жизни должны быть исследованы вне зависимости». «Хорошо, хорошо». Мортимер отмахнулся и встал с кресла. Он ощутил, как его внутренности медленно охватывает холодный огонь, и понял, что это был страх. «Это ведь обычное дело, Морт». Волгин отвернулся без всякого интереса, рассматривая астероид. «Рутина. Занудно, я понимаю. Но не можем же мы наплевать на кодекс. Прогулка в оба конца вряд ли займет у тебя больше часа». «Уверен, что так», — поддакнул Мортимер, покидая мостик. «Действительно», — сказал он себе, — «самая обычная рутина. Прокатиться в одноместном челноке до поверхности Красной скалы, взять пробы грунта, зафиксировать показания приборов». Мортимер, опытный космобиолог, совершал подобные вылазки не раз и не два. Так почему же теперь сердце его покрылось колючим инеем ужаса? Лина Стакс, экспедиционный астроном, как раз собиралась разливать кофе по чашкам, когда в кубрике появился Волгин. Дверь с шипением опустилась у него за спиной. «Я немного волнуюсь за Морта», — проронил он задумчиво. «Почему?» Усевшись за столик, капитан побарабанил пальцами по металлической поверхности. Лина пододвинула к нему чашку с дымящимся напитком.
Сложно сказать. В последнее время он какой-то дерганый. Кажется, даже похудел немного. Я взял на себя труд понаблюдать за ним и заметил, что в библиотеке он часами напролет просиживает, уткнувшись в одну и ту же книгу. Знаешь, как она называется? Понятия не имею. Женщина повела тоненькими плечами. Полагаю, очередная монография по биологии? В том-то и дело, что нет. Он читает Библию. Слышала о такой? Не уверена. Кажется, нет. Оно неудивительно. В наше время немногие забивают себе голову религиозной чепухой. Однако еще пару столетий назад название этой книги было у всех на устах. По правде сказать, с точки зрения современного человека, она ужасна. Повествует о таких вещах, как братоубийство, инцест, ксенофобия, геноцид. Кроме того, в ней содержатся призывы к истреблению всякого, кто не придерживается постулатов этой страшной религии во имя некого вымышленного существа, якобы обитающего в верхних слоях земной атмосферы. Какой ужас! Эспоклины выглядел неподдельным. Неужели Мортимера занимают столь извращенные вещи? Выходит, что так. Должно быть, это все от безделья. В последнее время работы у него немного. И нет ничего удивительного, что после чтения такой ужасной книги он сделался слегка нервозным. Так может, зря ты его на астероид отправил? Женщина бросила взгляд в иллюминатор и успела заметить проплывающий мимо челнок космобиолога. «Не думаю. В этой вылазке нет ничего сложного. Уверен, как только Морт займется своими прямыми обязанностями, все мрачные сказки мигом выветрятся из его головы». Охваченный паникой, он наблюдал, как неровный красный овал астероида приближается, увеличиваясь в размерах. Мортимер облачился в скафандр и внимательно проверил его герметичность. Все было в порядке. Забегал пальцами по крупным светящимся клавишам, задавая координаты посадки. Ровное плато между двумя скалистыми вершинами идеально подходило для его целей. Содрогнувшись, мужчина почувствовал себя мухой, которая собирается опуститься на лоб к великану. Посадочные шасси мягко ткнулись в грунт. Гудение тормозных двигателей сошло на нет. Однако на протяжении еще нескольких минут Мортимер с тоской вслушивался в размеренное треньканье остывающего металла. Ужас душил его, как будто невидимые холодные пальцы беспрепятственно миновали скафандр и впились в беззащитную шею. Лампочки сканера навязчиво подмигивали, напоминая о наличии органических соединений на этом крошечном куске скалы. Кстати говоря, компьютер известил ученого еще об одном сюрпризе. На астероиде имело место некая гравитационная аномалия, благодаря которой притяжение оказалось неожиданно высоким. Почти 3/4 земного. Очень странно. Палец ткнул в кнопку разгерметизации. Одна из панелей с узким иллюминатором ушла вверх, открывая путь в неведомое. За ней виднелась красноватая плоская поверхность, окаймленная зубчатым нагромождением скал. Чернота неба, казалось, нависала прямо над головой. Астероид напоминал крошечную алую песчинку, увязшую в бескрайнем море дегтя. Подхватив ящик с инструментами, Мортимер решительно шагнул наружу. Нога в тяжелом ботинке по щиколотку ушла в пыль. Отойдя на несколько шагов от челнока, Мортимер обратил взгляд к небесам. Высоко над головой он увидел веретенообразный силуэт звездолета, покинутого им минут 15 назад. Возможно, некоторые члены экипажа именно сейчас прильнули к иллюминаторам, наблюдая за действиями Мортимера. Он внимательно осмотрел поверхность астероида. Это была пористая скальная порода, окраска которой варьировалась от бледно-розового цвета, напоминающего первые закатные краски, до пугающе темного багрянца пролитой крови. Распахнув металлический ящичек, космобиолог извлек из него бур и привычным движением проделал отверстие в грунте у себя под ногами. Потом нагнулся за спектральным анализатором и в тот же миг застыл, краем глаза уловив легкое движение между скал. Он поднял голову, замер, всматриваясь в том направлении. Тень, которую отбрасывала высокая выщербленная скала, была непроглядно черной, как воды Стикса. Однако Мортимер мог поклясться, что среди нагроможденных там валунов мелькнул некий неясный силуэт. Оставив свои инструменты, космобиолог направился к скале,
каждым своим шагом вздымая клубящееся облачко пыли. Он миновал уже большую часть равнинной поверхности, освещенной неярким светом ближайшего солнца, когда движение повторилось. Тело, форму которого он не успел определить, шмыгнуло в видневшуюся среди камней узкую расселину. Мортимер шагал, как загипнотизированный, а достигнув расселины, увидел сбегающие вниз древние ступени, вырубленные в камне. Ужас раскаленными крючьями полоснул по сердцу. Кто мог вырубить ступени на столь крошечном и совершенно непригодном для жизни астероиде? Не иначе перед ним обычное нагромождение обнажившихся скальных пластов. Он почти сумел убедить себя в этом, но зрелище, открывшееся глазам ученого после того, как он спустился по ступеням вниз, разрушило сию нехитрую догадку. Стены расселены были покрыты искусно вырезанными барельефами. Космобиолог замер, пораженный внезапным открытием. Проведя ладонью по резным фигурам, он убедился, что глаза его не подводят. Более того, на барельефах были изображены человеческие существа. Это уже не влезало ни в какие рамки. Человечество давно переросло наивные представления о том, что где-то во Вселенной могут существовать иные антропоморфные создания. Жизнь не имела склонности к самоповторам. Те представители звездных рас, с которыми земляне успели познакомиться на данный момент, внешне не имели ничего общего с людьми. Будь то летающие полипы из созвездия Скорпиона или ступенчатые пирамиды живой плоти с Альдебарана. Иначе говоря, если Мортимер действительно видел перед собой изображение людей, в чем у него не было повода усомниться, значит, речь шла именно о землянах. Он судорожно сглотнул, ведь Солнечная система осталась в нескольких парсеках у них за спиной. С точки зрения логики, объяснить наличие загадочных барельефов на затерянной в космосе скале было решительно невозможно. Пораженный самим фактом открывшегося зрелища, Мортимер не сразу обратил внимание, что расположенные цепочкой барельефы повествуют некую связанную историю. На первом из них красовался грозный лик, обрамленный длинными вьющимися волосами, вокруг которого вились маленькие крылатые существа. Второй рисунок был покрыт многочисленными сколами, но на его поверхности все же можно было различить фигуры мужчины и женщины, за спинами которых вставали тесные ряды деревьев. Сделав несколько шагов вдоль стены, Мортимер всмотрелся в третье изображение. Ученый различил на нем дерево, покрытое многочисленными круглыми плодами и окруженное сияющим ореолом. У самых корней ствол тугими кольцами обвивал огромный змей, из пасти которого свешивался длинный раздвоенный язык. В голове Мортимера возникли некие ассоциации, пока еще призрачно-туманные и едва уловимые. Но стоило взгляду упасть на следующий барельеф, как все сомнения рассеялись. Рисунок изображал все то же дерево, рядом с которым теперь стояли уже знакомые ученому мужчина и женщина. Женщина протягивала своему спутнику только что сорванный с ветки плод. Рядом с ней из травы поднималась треугольная змеиная голова. Все это было Мортимеру уже знакомо. Знакомо до боли, ибо запечатленная в камне сцена в точности повторяла один из эпизодов зловещей книги, которую он изучал в последнее время. Библия. Он прочел ее от корки до корки. Поначалу интерес космобиолога был исключительно праздным, но постепенно дикая история полностью захватила его воображение. И теперь здесь, на маленьком астероиде, подобно неприкаянной душе, блуждающей в черной густоте Вселенной, он видел перед собой все тот же сюжет. Впервые в жизни Мортимер осознал, что логика бессильна перед лицом открывшейся тайны. Он видел то, чего не могло существовать в природе, то, что бросало вызов самому здравому смыслу, всему человеческому опыту, накопленному за столетия освоения космоса. Религия торжествовала над наукой, безумие над разумом. Мортимер от всей души пожелал оказаться сейчас где-нибудь на другом конце галактики, лишь бы не видеть перед собой проклятых барельефов. Тем не менее, долг ученого требовал довести исследование до конца. Расселена упиралась в гладко отшлифованную стену все того же красного камня, в котором был прорублен низкий прямоугольный проход. Внутри царила кромешная тьма. Включив фонарь на шлеме, Мортимер пригнулся и шагнул в тесный коридор,
пол которого начинал плавно понижаться в нескольких шагах от входа. Мысль о естественном происхождении коридора можно было сразу отбросить. Пол и стены имели идеально ровную поверхность, кое-где сохранив даже след кирки. Луч фонаря испуганной птицей блуждал от стены к стене, пока Мортимер спускался в недра астероида. Вскоре впереди забрезжил свет, зеленоватый и мутный, как сияние урановых лун. Тяжело дыша под тяжестью давящего страха, космобиолог вышел в округлую пещеру с куполообразным потолком, и картина, открывшаяся там его взгляду, превзошла самые дикие фантазии. В центре пещеры Мортимер увидел дерево. Ствол растения был гладким и идеально прямым, длинные тонкие ветви торчали почти вертикально вверх. Их покрывали мелкие ланцетовидные листья, светящиеся фосфорическим огнем. Формой и блеском они напоминали собой мириады кошачьих глаз. Вокруг дерева разливалось дрожащее бледно-зеленое свечение. На ветвях во множестве висели округлые плоды с блестящей, матово-мерцающей кожурой. Рядом с деревом стояла обнаженная женщина. Ее пухлые губы застыли в усмешке. Большие темные глаза были полуприкрыты, словно веки с трудом удерживали тяжесть длинных густых ресниц. Черные волосы рассыпались по плечам. Мортимер понял, что именно ее силуэт он видел в тени между скал. Он почувствовал, как незримые присоски ужаса жадно впиваются в мозг, выкачивая из него здравый смысл. Едва найдя в себе силы, ученый бросил взгляд на наручный компьютер, закрепленный на запястье. Если верить прибору, какая-либо атмосфера в пещере полностью отсутствовала, как того следовало бы ожидать. Тем не менее, дерево и женщина были здесь. При желании Мортимер мог бы коснуться их рукой, но такого желания у него не возникло. Ноги словно окаменели, не позволяя сделать ни шагу с места. Охваченный все возрастающей паникой, Мортимер наблюдал, как женщина вытягивает свою тонкую руку и срывает с ветки один из зеленых, налитых соком плодов. Плод словно пульсирует на ее ладони, изящный и белый, как слоновая кость. Женщина делает шаг в его сторону, улыбается обворожительной улыбкой. Ученый ощущает, что эта улыбка как будто пьянит его. Мысли в голове начинают путаться и слипаться в бесформенный ком. Возникает желание принять зловещий плод и попробовать его на вкус. Это необоримое желание напоминает жажду. Оно сушит горло и околдовывает разум. Сопротивляться невозможно. Женщина уже рядом. Ее грудь бурно вздымается, несмотря на отсутствие атмосферы. Их ладони соприкасаются. И вот уже плод, напоминающий маленькое бьющееся сердце, зажат в кулаке. Чудовищная жажда вытеснила из головы все мысли. Все, кроме одной. Пронзить зубами тонкую кожуру, ощутить, как терпкая влага щекочет язык. Мортимер понимал, что его желание не воплотится в жизнь, пока на нем этот проклятый шлем. Чтобы надкусить плод, нужно приподнять забрало. В каком-то отдаленном уголке сознания едва заметной звездочкой вспыхнула мысль. Ты в вакууме, кислород в пещере отсутствует. Снять шлем, приподнять забрало равносильно смерти. А ведь эта женщина дышит. Проклятое дерево живет и плодоносит, значит, и он сможет дышать. Законы природы не властны в этом волшебном месте. Плод сияет на его ладони, испуская переливчатые зеленые лучи. Плод как будто обжигает его, несмотря на перчатку скафандра. Обжигает скорее душу, нежели тело. Сопротивляться невозможно. Да и зачем? Разве та женщина с чистым, одухотворенным лицом может желать ему зла? Сухие губы Мортимера горели огнем. Зрение расфокусировалось, из-за чего пещера поплыла у него перед глазами. Казалось, сумбурные мысли перекатываются в его голове, как чугунные шарики на дне пустой коробки. Пальцы нашли застежку шлема и спешно надавили на нее. В тот же миг забрало поднялось, выпуская во внешнее пространство дрожащий пузырь воздуха. Когда космобиолог не вернулся на корабль через час, капитан начал бить тревогу. Он попытался связаться с челноком, но ответа не получил. Тогда к астероиду отправились техник Шивер и экспедиционный физик Радж. Они, разумеется, воспользовались запасным челноком. Пока Волгин напряженно следил за их отлетом сквозь выпуклый круг иллюминатора, он явственно ощущал на своей спине обвиняющий взгляд Лены. «Зачем?»
«Зачем ты отпустил его одного, если видел, что Мортимер не в себе?» Волгин и сам уже пожалел о своем приказе. Но ведь не могли же они ослушаться кодекса. Через некоторое время вернулась спасательная экспедиция. По их лицам Волгин сразу понял, что хороших новостей можно не ждать. Действительно, они нашли Мортимера, однако тот был мертв. Шивер рассказал, что от челнока цепочка следов уводила к неглубокой расселине, в конце которой виднелся вход в подземелье. Они прошли по темному тоннелю и вышли в пещеру, где и обнаружили труп космобиолога. Относительно того, чем была вызвана смерть, вопросов у спасателей не возникло. По какой-то неведомой причине Мортимер стащил себе шлем. Пещера, в которой его обнаружили, была совершенно пуста, и спасатели не знали, зачем он вообще туда забрался. Стиснув зубы, Волгин смотрел на тело погибшего товарища, в какой-то степени ощущая себя виновным в его смерти. Впрочем, главная вина лежала на зловещей книге, к которой так привязался Мортимер. Должно быть, мрачные древние образы погрузили ученого в депрессию, которая со временем вылилась в этот бессмысленный акт суицида. Картина происшествия казалась капитану очевидной лишь до того момента, когда они разжали правую руку Мортимера и обнаружили на его ладони маленький зеленоватый плод диковинного вида, излучающий еле заметное сияние. Откуда он появился, так никто и не узнал.